Так, народ потихонечку подтягивается. Это что, ветром так колышет? Ого! Ну что? Я не спрашиваю здоровья, он говорит, по-моему, как-то по-другому, батюшка. Я говорю, да нет. Вот это, да? Ага. Варвар меня обгоняет. Говорит, мне лыжи не у. Я тогда вправо ухожу на одну лыжу. А Варвар встает, ну, одной лыжи сюда, одной сюда. Обгоняет меня, поэтому по лыжне я тогда скажу на лыжи. Ну, то есть, вот это, да. Лыжней ты отходишь, на одной едешь, и ты на одной. Сейчас обязательно надо будет обгонять. Варлам, не забудьте поворотники включать, когда будете обгонять. Игорь Александрович, без лыж. Я буду уже уважаемой публикой. Вот так вот, в сторонку. Надо, я хочу первый пойти, чтобы... Нет, потом да, а потом смотрите, ага. О, а вообще, слышишь, еще один. Сопровождать, кто-то на лыжах едет, а ты на снегоходе потихонечку. Встал, дай водичка там дал. Ой, да ну, Арифьяна, смотаешь вот здесь. Второй снегоход. Ой-ой-ой. Нет, ну можно ехать рядом, не по лыжне, а рядом. Собрались на трассу здоровья. Президент сказал после послания, да, что нужно ездить на лыжах. Вот, и мы все как бы, ну, это государственная программа вообще. Сосу, тут еще есть стул, да? Все. Тетя Люда говорит, я, говорит, до часу ночи не спала, или сколько это там? Я подумала, соревнования будут. И говорю, пойду, что-нибудь заработаю, там Москва за меня вся страдает. Ой, говорит, мы за тебя болеть будем, давай иди. Еще один спортсмены. Ну-ка иди ко мне. Остается, да. А тут, наверное, турбулентность. Тихо, тихо, маленько в сторонку. Садим, а сюда, что ли, тут? Это, слушай, предлагаю так, все, таки раз, приготовились на старте. Надо же поделиться, кто поедет, кто ходит. Друг друга затоптали все. Распределили. Кто последний приехал, кто как приехал, значит, кто не поедет. Да? Ну, почему? Тебе брать, тут надо встречать, награждать, поэтому ты первая самая. Ты давай самая первая, всех обгоняешь и пошла вперед всех. И встречаешь. Раз, а как ты собралась? Или оставайся. Ну, мне меры. Давай, Иосиф, пошел. Ой, почему нет? Рассказывай, Люда, давай, пошла. Мам, я последняя пойду, давай. Давай, давай, давай. Варвуша, Варвуша. Варвуша, давай. Бабушка, давай. Варвуша, давай. Варвуша, давай. Варвуша, давай. А я уже заваливаю. Да, у меня лыжи, я не иду. Я бы водила. Иди сюда, давай, поехали. Красота? Служба безопасности поехала проверять, как лыжники. Так,
первый кто-то вышел. Не видно кто. Но кто-то быстро едет. Наверное, ну не знаю. Хронограф, надо же секундомер нажимать. Вырвался кто-то из толпы. Ну и прям самый и... первый. Молодец! Первое место! Здорово ты ее всех обставил. Хорошо оторвался. Проваливаться. Снег не напало, когда не оттолкнешься. На ногах считай бежал всю дорогу. Поздравляем со вторым местом. Где ж медалька-то серебряная? Здоровье. Ой, вы что-то не надо гнать, сказали. А здоровье, значит, на здоровье. Хочу поделиться на нашей трассе здоровья. Вот такое есть чудо. Чудо-дерево. Вот такая береза. Вы присмотритесь, у нее... Основные ветки растут влево, то есть в бок. А из этих веток пошли вот такие вот отросточки вверх. Вот. И вообще вся эта картина, конечно, весьма необычно смотрится. Вот она сама какая-то поломанная, а вот такие веточки у нее идут вверх. Вот это не иначе, как чудо. Принюхаться. Это назад, что ли? Давай, давай! Варлам, давай, давай, Варлам, третье он место. Или коньковым идет, или просто вешку идет. Как получается. Когда, когда. Давай, давай, давай. Дисквалификация. Ну а что, Варлам, третье место? Место, поздравляем. Это место, это третье. Упыхался. Что, отцепился? А он сам отцепляется. А у Жени, ну, наверное. Хорошо, что они там недалеко. Уже ближе к дому. Это половина. О, оседлал? На лыжах? Быстрее? Ну, на ладушка. А где правая, левая? Мне кажется, что есть. Я дурак надела, мне лучше ехала. Ну, не знаю, смотри. Ну что, финишировал? Короче, там блины и пирожки доставать. Или конфеты. Я конфеты доставлю. А ты что, что сломала? Все, один уже докатался. Ну вот, не это, не без потерь, конечно. Догоняют. Говорят, что шестое место. Это жизнь. Естишки.
Кошкина. Медпомощь. Вроде никого нету, все живы. Что там, первая кровь? Лыжи поломаны. Добрый день. Не доехал. Да? Добрались. Андрей, давай. Ура! Восьмое место. Итак, победное место. Девятое. Бабушка. Ю-ху! Первое с конца, да? Последний, но пришел. Говорила, не посрамим Россию. Опозорила. А почему? Не, нормально. На кого нормально упало? Слышишь, ты не заметила, как она тебя обогнала? Как так получилось? А вот не осуди, да не суди будет. Я говорю, это дядя, эти папины лыжи, говоришь, советские, я говорю, нисколько не скользят, то ибо сейчас уже где была. Есть! Приехала. Так у тебя есть хоть на чё это? А. Да. О, а кто последний? Так, а Елена Анатольевна где? А вон она и упала. Под конец горки. Да не говорю, никакой горки нет. А, кому еще? Нет, у меня две стаканчики. Ребятки, там таких вопросов. Чипите на свежем воздухе. Ангела за трапезой. Вкусно, полезно. Так, там еще что-то, ничего себе. Наверное, не спала сегодня. Что? Ты? Да. Организатор я сегодня не спала, наверное. Я после этого школы. Ого, там, ну ты даешь. Ну прям, не знаю. Путин сказал, что... Быстро отреагировала, да? Или. Ольга, знаешь, там программа уже начала работать. Ой, сейчас, вот так. Сказал, что надо пить. Правильно. Патриотично. Кто еще поддержит Владимира Владимировича? Да. Собака. Подожди, Игорь, подожди с тобой. Лена-то каталась, а как так? Призы, да. Алабай не хочет уходить. Кто так в кустика? Пироги. Кушайте побольше, дома нечего кушать. Дома ужина не будет. Ты понял или нет? Пирожки по карману. Кто приехал первое место, один пирожок, второе место, два пирожка. А, все эти места. У меня седьмое место. А все остальные кому? Ты бы мог дома скушать. Что-то уже перебор у тебя конфет, по-моему. Так, ну все. Тикаем. Держимся.